Ну, если я... Теперь смотри, я вставляю ее сюда. The meat you got at the store. А мясо в каком магазине лучше купить? Я покупал его, нет, да? в этом Реал продукт сейчас. Так, это где? Вот на углу тут, через дорогу. Большой дорога, больше Москвы, да? А, я понял, это где был Самсон? По диагонали, где был Самсон, да. Понял. Да. Теперь следующее, посмотрим. А у них там мясо какое-то направление осталось, что это просто обычный магазин? Тесто для вареников тут называется, 9-я позиция. Но там у каждого свое, так сказать. Я должен выставить код. Включить ее сначала, да? Так, а теперь... Тут мяшки, когда мы знаем. You gonna run back home or something? Yeah. Are you? It's already 11:10. Oh, I'll here. Мария, выставил код. Дурацкая вещь. Выставил код, когда нажмешь в этой конструкции, нажмешь, начинает сразу готовить. Если код поставил там на выпечку, все, блин, ничего не сделал. Надо выставить пельмени 9-го. Тесто для пельменей. Нажимаем. Поехала. Мы потом вернемся к ней. Она начала. Так, 11 минут будет. Это она... советская? Нет, это... ничего советского нет. Ничего советского. Но российского производства. Кроме пельменницы, да. Нет, это не российского производства. Нет, а как по-русски написано? Ну, для России сделано просто. Кенвуд, понятно. У нас микроволновка такая. Вот она, инструкция. Где она была, инструкция? Вот она. Можно смотреть. Вот она. А, то есть мы как раз отсюда брала инструкцию. Понятно. Да, вот она. От Кенвуда. Так, сейчас я надо снять этот момент. Либо модель, вот модель хлебопечки, да? Так, инструкции там. Ну, на новом движении. Там много чего. Вот то, что мы сделали. Мы делаем это вот что. Валерий, сколько вы денег даете на выход, ребят? Саша, когда он выходит? В обычном состоянии 100 рублей. Вот это. Опа. Я переборчил. До книги. Ну нет, но это. До желания. Конечно. У некоторых у нее там в школе школьники приходят с тысячу тратят. Это просто понятно. Рамок, который ты держишь. Больше ничего. Так, пошли дальше. Cook the main thing and tell, treat your friend. I will. Mm-hmm. Tell him I insisted. I will. Don't even give him a chance. Так, это тоже российское ноу-хау, да? Нет. Ну это просто я кладу, потому что он тут, по крайней мере, деревяшки, он дышит, поэтому так, сколько здесь минут, Валерий? А эту точку купил когда-то Николай. Не знаю, почему он ее тут не помнит. Почему-то это как-то связано с Николаем. Кто? Нет, разве? А это Николаевский, да. Это? 90-х годов. Один раз бы. Капуста классик это было обсуждалось. Для квашеной капусты, но у нас дело не дошло, потому что я думаю, что она даже на улице стоит тогда. Ну или где-то просто вот Николаев купил ее в 90-х годах, а может раньше.
такую бочечку. И она болталась на работе. Поскольку мы переезжали, потом я взял и отвез ее домой, чтобы не без оскать. Понятно. Чисто, что он забыл. Ну, у нас лазур не по назначению, там не ходится. Ну, вообще, это, наверное, в каком-то дорогом магазине можно было за несколько десятых тысяч там. Нет, это, я думаю, что это, когда Николай покупал, это как раз стоило ерунду. А дерево какое? Дуб? Нет? Нет, не дуб, конечно. А, может, осина? Так, ну, чтобы она сработала, сейчас пришлось бы, наверное, в воде. Да, молкой, да, мочить ее. А крыша есть? Есть, и хорошо. На. Что похоже на... Забыли лук. Так. Ага. Угу. Не было в инструкции? Нет, просто забыли лук. Это плохо бы закончилось, нет? Нет инструкции, понятно. То есть надо было через машину? Да, да, мы сейчас пробуем пропустить. Вообще-то даже... еще и чеснок плесточного. То есть даже эксперты ошибаются. В мясо да кладется нет, и чеснок, Валера. Да. А ты что, не кладешь потом? А, чеснок мы тоже забыли. У меня чеснок есть. Чеснок есть. Вы так обрадовались, что машина быстро работала, что... Вот чеснок, пожалуйста. Так, а сколько, какой процент это мясо выдавлено, вот что это тесто? Это на глаз. Мне кажется, здесь много останется. А мясо. Мы обсудили с ним, что просто останется, я просто тебе... Сказать, это половина реально, наверное, да? Конечно, да, он много купил. Понятно. Так, что я такое? Не а что, это она не обидела? Так он там не получает, а я не обидела. Ты же хорошо играешь. Ты же хорошо играешь. Нет. Потом сейчас Фиона уже уйдет. Ну и сейчас будешь одевать. Возьми лучше вон хороший экран. Фиона так и не видела. Я хороший экран. Ты хочешь, нет? Все там. Я не знаю. Но это не такая игра. Она была спокойнее, компаньон, чем Джеймс. Джеймс бы уже все там... Но Фиона вообще очень терпелива, она у меня очень сильное впечатление произвела, что она очень спокойная с детьми и даже не расстроилась, что она все время была с маленькими детьми, потому что они очень интересны. Она смиренно пришла. Еще и позитив. А Коля просто был влюблен. Он просто говорит, Коля, ну ты не иначе как влюбился, а ты же делал это, да. Ну, у него было сильное впечатление, что она с ним играла. Ну, наверное, ты пропустил момент, когда они у нас там. Да, да. Когда с Димой Благодарыни, они там... Ну, он тогда сказал, что... В коридоре там, можно сказать, Джеймс тоже там хорошо подружилась. И мне это брат был друг от друга. Так. Я же не помню повод, но просто играла. Просто играли. Взрослые были заняты на кухне. Я и Фионе сказал, если она рано освободится, а, я говорю, так мне интересно было бы сделать пельмени, непонятно. А я думал, что надо в морозилку сначала. Нет, не обязательно. А, может, в тот же день, да? В тот же момент. Так.
Чего? Кстати, Николаев, такой же аппетит, как раньше, да? Да, ну, у меня что-то в какой-то момент уже врачи начали жаловаться. Да, да, нет, он здоровье у него не очень так. Частично из-за этого, наверное. А? Частично из-за этого, наверное. Ну, конечно, да, да. Он же вот любит поесть. Нормально? Ну, просто. Кстати, Соня была какое-то сообщение в газете, потому что это Дементьева, да, есть такой проект? Дементьев есть, да. Типа, yeah. не университет подписал письмо насчет передачи ЭСАГИС. Это известно, да? Известно. Николай Михайлович, он же... Возмутился. Нет, он не возмутился. Он же, понимаешь, он не может ни да, ни за сказать, так? Если там все остальные поддержку передачи РВРПЦ ректора написали, да? А этот мог бы не подписать, например, так сказать, да? К примеру. Нет, он послал, другого. Да? Да. Он послал другого. Без просто чистой... И всегда он может сказать, что... Понятно. Никогда. Он более того, когда, например, там нужно было какие-то... приказы подписать по увольнению Шишкина, да? Он уходил, уезжал в командировку на полтора часа, и в это время Горлинский за него подписывал. И совершенно не в курсе был, да? Не, почему? В курсе? Он потом сказал, что не в курсе, да? И он просто не хотел, чтобы он подписал, да? Да. Значит, во всех таких скользких моментах он выставляет кого-то другого, чтобы сказать, ну это же не я. Так, а чем Шишкина занята сейчас? Шишкина, по-моему, в этом самом... Проиграла и потом... Так, в ЗАГС собрание, по-моему, она. Она не пропадет, так не волнуйся. Да, не пропадет уже. Да. Шишкина. Такие люди всегда всплывают, так? Да. И знаешь, почему, да? Знаешь эту пословицу? Нет, почему? Ну, говно всегда всплывает. Кстати, она была преподаваться на Никах. Мы как-то ее... Значит, слушай, вот тут тонкий момент без веса. Я не знаю, сколько нужно соли. Ой, что-то много, Валерий. Не. Там было написано одну ложку. Это в эту, в тесто. Да. А это да, мясо. Да. Теперь так, смотри, уже делает свое дело на глаза, да. Да, теперь это... ручное просто. Кстати, IKEA, у нас раньше это было. Да, это IKEA. Так что, пусть есть. Так, это, наверное, самая трудоемная часть всего, не? Да. Нет, это тесто. Это тесто для этого. Короче, перемешиваем. Перемешиваем сначала, а потом даже делаем по-другому, так сказать, там, перемешиваем при помощи удара. Это я сначала предварительно перемешиваю. То есть некое вложение в оборудование есть. А для чего еще хлебница? Хлеб. Печка хлеба. Но мясорубка, она, конечно, только для мяса. Это как только ты берешь, начинаешь, покупаешь мясо. А, не Bosch, а Браун. А Браун? Это одно и то же. Это не кремовалось. Ну ладно, давай, мы выкинем. Так, как тебе про? Может, она даже не дошла в машину, не перемолола уже, не буду обратно резать. А как это прошло? Ну, она осталась там, вот, когда я разбирал. А внутри это перемолки. А я ее вытряхнул сюда. Так, я забыл проверить, какого размера дирки. А он, она там есть. Это совсем маленький, да? Стандартная. Там это стандартная и крупная. Это просто не, а есть мелкие, стандартные и крупные. Да.
будешь и помощником. Нет, они идут каждый своим делом. Так, Вера, отойди его. Да? Так, пока пить его остановил. И сколько здесь осталось? Ага, так быстро? Вот. Я думаю, это часами. 5 минут? 15 минут. Ну так вроде, можно было бы, чтобы подавать чуть-чуть. Вроде ничего. То есть, так, а если рукой этим заняться, это что? Это тоже тяжелая работа. Это, наверное, 15 минут внимания, да, постоянного, да? Нет, больше. А, надо еще быстро чертил надо. Так, а как это работает? А, это понятно. Так. Это он. Ну, главное, чистость немного работает. Даже чистость не надо. На следующий раз. Ну, главное вот что делать. Если ты не настолько делать. Смотри, вот это момент. Сейчас. А, это я не знал, да. Закрыть. Сейчас поднимется, да? А, не надо температуру. Не поднимется. А чтобы не высыхало. А, ага.